Всем привет, вы на канале CryptoCommons, с вами ваш покорный слуга Флалала. Ну давайте сразу к делу, коротенький обзор сегодня будет. Поздравляю всех, кто в лонге, вот мы на этой свечке замечательной. Я сам в эту ракету не успел, делал видеообзор на бирже Femex. Сейчас он появится сверху, посмотрите обязательно. Ну и что тут можно сказать? В общем, да, тут все клево. Сейчас мы вернемся к графикам и проанализируем ситуацию. Вот, в целом, да, крипта у нас зеленая, это радует. Биток пробил 8к, эфир уже вон на 210 пошел. Также сразу скажу, не разбегайтесь, в конце этого видео будет объявлен новый победитель конкурса. Так, ну а теперь хочу быстренько отвлечься на не очень приятную новость. Скам-алерт, ребята. Вы знаете меня, я обычно говна всякого не пощу, все ссылки проверенные, но в этот раз все-таки одна скамовая пролезла. Я ее везде уже убрал. Речь пойдет о боте Bitcoin, это просто. Вы, наверное, знаете, если его крутили тоже. Ну, короче, бот оказался скамовый. Что я попрошу вас всех сделать обязательно? Вот этот бот в телеге. Вот так он выглядит. Ссылку оставлю в описании обязательно, только для того, чтобы вы его не крутили уже, а для того, чтобы вы его разжаловали в скам и в спам. Короче говоря, вкратце, если кому интересно мое детальное расследование, я вам могу в чате его расписать, чтобы сейчас не грузить. Но вкратце говоря, вот, у меня, я накрутил на нем 300 тысяч сатоши, да, необходимую сумму для вывода. Вот, как вы видите, привел им 93 реферала. Нажал вывести, ввел сумму вывода, кошелек, успех, заявка оформлена. И дальше ничего не происходило, мне никто не отвечал. Я задавал вопрос в чате. Ну и, короче, в итоге все, что они мне ответили через несколько вопросов, это... Вот их ответ был. Вы накрутили подписчиков. Ну, короче, я все про них понял. Это скамовая история. Они пиарят всякие вот такие вот группы. Видите, типа, получи бонус за подписку, вот, арбитраж криптовалюты, всякие эти группы. Я с ними пообщался, с этими группами, они тоже, они меня начали там банить за эти вопросы. Короче, я так понял, это все херня, это платные каналы, сигналы. В общем, я их тоже разжаловал, но вы можете это не делать, вы главное сделайте это с ботом. Вот, заходите в бота и нажимаете здесь репорт обязательно, выбираете other и пишите скам. Просто сделайте это, чтобы другие честные люди не попадались на эту херню. Репорт отправлен. Если мы все так сделаем, то на боте появится значок скам и будет хорошо. Если кому-то интересна более детальная история моего расследования, я в чатике ее распишу. Вот, и простите, что отнял у вас время и запартнерил вас в эту ссылку скамовую. Постараюсь больше так не делать. Ну, видите, проскочило что-то у меня. Все, собственно, про скам предупредил. Че, давайте дальше к рынкам. Fear and Greed индекс страха и жадности. Наконец-то вот начинает выходить из оранжевой зоны в желтую. Я думаю, что все будет хорошо. Вот мы тут видим такую тему, что он начинает расти. Запросы по биткоин-халвингу просто тузимунят. До халвинга у нас остается 13 дней, вот уже даже 12. Это прекрасно. С точки зрения модели Stock to Flow, да, вот как вы понимаете, что сейчас в два раза сократится предложение в плане добычи битка. И, как правило, цена постепенно догоняет вот эту линию, а потом ее даже перегоняет на новых булранах. Поэтому, ну, смотрите, что тут как бы далеко ходить, что средняя цена битка, по идее, должна стать в течение года или там полутора-двух в районе 100 тысяч долларов, вот как вы видите. То есть смотрим. Сейчас, конечно, рано радоваться, но в целом вот эти синие фиолетовые зоны, когда до халвинга остается совсем немного, да, то есть вот оранжевые зоны, когда уже халвинг случился, это отличный сигнал на покупку в целом всегда. И вот он отрабатывал здесь и здесь, и сейчас, по всей видимости, он тоже отработает. Всех уже высадили, кто не верил. Собственно, сейчас никто не верит опять, что лонг, в чатах все шортят. Очень мне это напоминает лично 2016 год, вот, когда я зашел на рынок как раз, ну, где-то в 15-16, тоже все не верили, шортили, и вот куда он улетел. Так что консервативный прогноз — это 100 тысяч долларов по битку, а так в целом и 200, и 300 могут надуть еще пузырь, и выше даже могут надуть, но там будем смотреть. Вот, в целом, смотрите, по битку у нас очень хороший сигнал произошел по индикатору Hash Ribbons, да, что это за индикатор? Этот индикатор основан на хешрейте сети, и, соответственно, этот сигнал buy обычно происходит после капитуляции майнеров.
Вот эта красная штука — это капитуляция майнеров. Вот она уже произошла. Соответственно, этот сигнал до сих пор очень хорошо себя отрабатывал во всех случаях. То есть, смотрите, вот здесь он был вроде как преждевременный, и то биток отрос после этого хорошо так. Ну и до этого посмотрите, как он вел себя на графиках в прошлом. Да, но тут лучше перейти на логарифмический график и посмотреть назад. И вот мы увидим, что этот сигнал прекрасно всегда себя отрабатывал. То есть вот после этого сигнала мы отросли в несколько раз, да, в 4 раза отрос биток. Даже после вот этого как бы преждевременного сигнала все равно биток вырос где-то на 50%. Вот, и сейчас такая же тема. Если мы посмотрим назад, то вообще прекрасно себя отрабатывает этот сигнал. Посмотрите, он достаточно редкий. Вот перед предыдущим булраном он был, и биток вырос там на несколько тысяч процентов. И до этого вот был похожий как бы false сигнал, видите? То есть как бы он был, потом был флэт, но после этого все равно мы росли. То есть в худшем случае после этого сигнала нас ждет флэт или небольшая коррекция. Вот, посмотрите, перед предыдущим булраном тоже был этот сигнал. И биток вырос там на 10, что ли, тысяч процентов. Короче, присмотритесь к этому сигналу, он достаточно четко работает. Вот, но опять же хочу сказать, не надо по нему только влетать на всю котлету в большом плече, потому что, если честно, вот во всех случаях, я так пронаблюдал, после него цена немножечко флетила и даже корректировалась вниз. Поэтому здесь вот даже мне немножко странно, что цена сейчас безоткатно пошла. То есть я на самом деле ждал чего-то такого вот, типа небольшой коррекции и, ну, возможности закупиться чуть по более выгодной цене. Но этого, конечно, может не произойти. То есть сейчас вот если мы ждем даже, что куда-то сюда биток скорректируется, там на 7200, да, на, ну, в район 7000, то может и не скорректируется. Ну, не знаю, будем смотреть. Может, сейчас помпанет, потом все-таки скорректируется куда-то до сетки скользящих. В общем, я пока сижу, смотрю и думаю, если будет коррекция, буду расставлять ведра, откупать активно где-то в этих районах. Опять же, будем смотреть, как коррелирует с традиционными финансовыми рынками. Но пока могу сказать, что нифига не коррелирует, то есть обратная корреляция. Видите, индексы развернулись, вроде пошли в коррекцию. Хотя тоже индексы могут еще сходить и на 3000, и в принципе могут даже и хай переписать, потому что долларов очень много сейчас печатается, и Amazon переписал хай недавно, наверное, видели. Но в целом не буду заострять внимание сейчас ваше на других рынках. Вон, нефть, кстати, пошла тоже. В целом давайте про крипту поговорим сегодня. Вот, про крипту, ну что, собственно, на самом деле я уже сказал вот про этот хэш рибонс, я считаю, это очень важный индикатор. Потом по эфиру очень бычьи новости, сейчас там эфир 2.0, proof of stake. Я думаю, как минимум они накачают, напампят хорошо эфир, чтобы даже если, чтобы загнать хомяков. Но я думаю, что все-таки сейчас хомяков шортил загоняют, ну, как я это и говорю во всех своих видео. Я думаю, что да, сейчас все не верят в рост, и поэтому как раз он будет. Поэтому присматриваемся к лонгам, аккумулируем позиции с риск-менеджментом аккуратненько, но, думаю, стоит это делать все-таки. А еще у нас эфир к битку просто супер бычий на самом деле. Вот исходя из вот этого графика, допустим, эфир к битку очень хорошо смотрится сейчас и растет быстрее, чем биток. И, собственно, такой вот сегодня на самом деле коротенький обзор. Посмотрите обязательно про Femex видос. Плюс я сейчас еще засяду делать большой видос про все биржи, вообще различия, сравнения всех бирж. Также могу вам сказать, обратите внимание на Bybit, вот эти контракты BTC, USD, бессрочные новые контракты. Очень прикольный инструмент, я вот на нем играюсь. Тут можно даже хеджироваться и в шорт, и в лонг одновременно, прямо на одном графике вставать с одного аккаунта. Очень странно, непривычно, но это работает. То есть вы делаете замок, грубо говоря. Если в одинаковом объеме встаете, у вас просто ни туда, ни сюда, как бы вы в замке. Ну, точнее, одна сделка в плюс, другая в минус. И дальше вы уже можете смотреть сами. Допустим, закрыть ту, которая в плюс, увеличив свой баланс, и догрузиться в ту, которая в минус, допустим. Опять же, еще раз увеличив баланс. Но аккуратней, потому что может та, которая в минус, она может так и идти дальше в минус. Поэтому смотрите сами. Может быть, наоборот, имеет смысл ставить стоп, там трейлинг или какой-то, закрывать ту, которая в минус, и дальше держать ту, которая в плюс. Но в любом случае инструмент интересный. Советую ознакомиться. Они сейчас его дорабатывают, допиливают. Скоро здесь пойдут и другие контракты. Я думаю, эфир и все остальные. Но прикол в чем, что вы держите здесь баланс в тизере, в USDT, но сама сделка происходит в BTC. Вот, допустим, можете встать там, не знаю, на 0.3 BTC.
И это в кросс-плече, в десятом плече это будет стоить вам 240 USDT. А в кросс-плече такое удовольствие вам будет стоить вообще 27 USDT. То есть, ну это как в сотом, понятно, да, это уже... Например, вы можете взять один биток у них за 91 USDT сейчас в сотом плече. Но я так делать не рекомендую, это опасная хрень. Но в чем прикол-то, что сумма контрактов у вас получается в крипте, да, то есть в битке. И это круто, потому что это дает вам возможность, грубо говоря, как на обычном марджине, типа как в Binance, то есть как на споте взять крипту, и даже если она подорожает, то у вас не произойдет автодилевериджинг, да, как если вы торгуете в инверс бессрочных контрактах. Допустим, вы берете там на $1000, условно говоря, эфира, там сейчас вы можете взять 5 эфиров, но когда он подорожает, например, в 2 раза, то у вас в позиции останется всего 2,5 эфира в эквиваленте, потому что это также останется 1000 контрактов, $1000. А, скажем, если вы берете на споте, ну, на марджине в Binance 5 эфиров, то они у вас так и остаются 5 эфирами, даже если он подорожает до $1000. Соответственно, автоделевериджинг не происходит. И вот здесь такая же тема. Если вы возьмете здесь этот один биток и угадаете, он пойдет вверх, то у вас останется один биток. Он не будет уменьшаться. Ну, то есть... Сумма контрактов не в тизере, а в крипте. И это очень прикольно, по-моему. Вот, оцените этот момент. Ну, а теперь что? Да, гайз, пока не забыл. Еще один довод в пользу Булрана. Это вот этот чувак. Вчера в чатике сбросили. Чувак ведет стрим в Твиче. Не смыло его еще. Как он шортит биток на 50 битков на битмиксе. Ну-ка, что у него со стримом? Завис, что ли? Блин, только не это, пожалуйста, чувак, давай. Неужели он подвис? Короче, вчера еще вел стрим. А, офлайн, все, вышел в офлайн. Ну, просто скажу тогда, вчера чувак шортил на 50 битков, и у него уже там оставалось то ли 20, то ли 30 из них. И он говорил, что точно упадем. Я не знаю, как по мне, так это просто какие-то зазывало битмиксовские. То есть, может быть, это аффилированный какой-то партнер артуровский, который специально сжигает insurance фонд, чтобы, типа, зазывать других хомячков-медведей туда. Чтобы зазывать других хомячков, чтобы шортили. Я не знаю, как это еще объяснить. Но, походу, его скоро смоют, если еще не смыло. Или, может быть, он уже повесился на своем изернетовском шнуре, потому что, видите, офлайн. В общем, для меня это еще один довод в пользу того, что мы будем расти. Вот, и давайте подведем итоги конкурса. У нас как? Я думаю, что мы сейчас разделим конкурс на два, потому что все, кто комментирует под всеми видео, ставят лайки и подписываются, они тоже участвуют в конкурсе, но его итоги мы подведем в следующий раз, а сегодня мы подведем итоги предыдущего конкурса, который был вот в этом видео, в зеленом, где я просил рассказать в комментариях свою историю, как вы попали в крипту. Лично мне это очень интересно было. Берем Random Comment Picker. Ну и вот наш победитель Виктор Данилов. Поздравляю, бро. Читаем твою историю. Спасибо, заходил 1 января 2018 на хайпе, заводил деп через Эксмо с целью перевести посредством Waves. Понравился фундаментал, низкие комиссии на Binance, чтобы там альты торговать. Тогда как раз CEO Эксмо в Украине взял СБУ, и у меня заморозили транзу, было очково. Саппорт заявил, что у меня большая транза, я ее отменил, перевел на Binance маленькими частями свой деп, потом стрелял трон, я зашел в него на 20% от депо, еще доливался. В итоге на альтах увеличил свой деп на 60% за 2 недели, было круто, но я думал, что это окей, сейчас утроюсь, выведу изначальный деп и буду торговать на профит. А потом был медвежий рынок, и я был не готов. В итоге все слил на битмиксе. Это был первый деп, а дальше совсем другая история. Бро, спасибо, что поделился своей историей. Вот. Так, ну как поступим? Найди меня в чате CryptoCommons. Напиши свой эфир кошелек, и я тебе вышлю на него призок. 0.1 эфира. Поздравляю с победой в конкурсе. Ну и могу сказать, что конкурс продолжается. Пишите под любыми видео на канале, пишите свои комментарии. Мы будем периодически вот так же выдергивать кого-то, выбирать и высылать криптушечки. Ну и что можно еще сказать? Да, я даже не знаю. Сегодня короткий обзор. Буду искать точку входа в Short Scalp. Вот она была, кстати. Вот, с целью немножечко
сбрить фомолонгистов, но в целом буду искать, конечно же, долгосрочную точку входа в лонг, как уже говорил. Чего, в принципе, и вам советую, несмотря на то, что это не финансовый совет, дисклеймер и все такое. Вот, какие-то такие дела. Не забывайте еще подписаться на бэкап-канал на Кост.ТВ. Все ссылки в описании под видео, но они дополнительные. Обратите внимание, что я все ссылки убрал в топ-линк вот сюда, чтобы их не маячило слишком много. Поэтому переходите по этой ссылке, там куча полезных всяких ссылок. Скамовых, надеюсь, больше не будет, как этот сраный бот. Давайте его обязательно разжалуем, как я уже вам показал. Не забудьте это сделать. Репорт скам обязательно укажите, чтобы новые люди на эту херню не велись. Все, всем профита, на связи, удачи. С вами был ваш покорный слуга Фла-ла-ла. Это канал Crypto Commons. Не забывайте подписаться, поставить лайк, колокольчик, все дела. Вот. На связи, йоу-йоу, покеда. Different.